Твери состоялась торжественная церемония вручения наград победителям и лауреатам регионального конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект». Он проводится при поддержке Общественной палаты и Совета муниципальных образований при правительстве Тверской области. А тему продолжит наш корреспондент. Лидеры общественных объединений собрались в областную столицу на торжественной церемонии награждения конкурса. Каждый из них занимается полезным делом, помогает людям. Игнат Ковалев, известный в России спортсмен, 10 лет назад начал заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В адаптивную школу, которую курирует Ковалев, ходят 23 ребенка. За активную позицию, ответственность за судьбу молодого поколения Игнат Ковалев получил звание «Человек 2019 года». «Человек года» – Ковалев Игнат Николаевич. Ребята с аутизмом начинают говорить некоторые слова. Это, я считаю, очень хорошее достижение. Ребята с ДЦП начинают бегать на лыжах. Ну, ребята начинают улыбаться, которые не улыбаться, и общаться вообще между собой. Может быть, как-то это выглядит по-своему, но у них улыбки на лице, они в процессе, они чувствуют себя профессиональными спортсменами, тренируются и получают массу удовольствия. Лариса Щербакова стала победителем в номинации «За личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности». В интервью нашему корреспонденту она подчеркнула, что это в первую очередь заслуга людей, которые входят в районные и городские советы ветеранов. Программу, которую мы приняли, областной совет, в 2017 году, это 3 года тому назад, в марте, она называется «Активный возраст. Наше наследие». Что это такое? Это прежде всего то, что мы передаем опыт, знания, мудрость подрастающему поколению, патриотизм, любовь к родине. И второе, мы сохраняем активность, долголетие, творческое, какое угодно долголетие тех людей, которые составляют сегодня гордость не только нашего региона, а вообще гордость нашей страны. В Бежецке на протяжении 10 лет реализуется социальный проект «Все начинается с семьи», создателем которого является лауреат конкурса Наталья Бирюкова. Я в проекте ставлю задачу работать с многодетными семьями, неполными семьями, порой неблагополучными семьями, социализация таких семей, вовлечение детишек в культурно-просветительскую жизнь малого муниципального образования. На церемонии награждения прозвучало предложение создать легендарную книгу, в которой летопись начнется с участников и победителей первого регионального конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года».